Международный инвестор Уильям Браудер, задержанный в Мадриде по запросу России, после дачи показаний отпущен. В испанской полиции заявили, что срок действия его ордера на арест истек. Основатель Hermitage Capital, который в начале 2000-х был одним из крупнейших инвесторов на российском фондовом рынке, Браудер заочно приговорен в России к 9 годам тюрьмы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. О задержании он сообщил в Твиттере, приложив фото, сделанное в полицейской машине. Свое преследование в России Браудер связывает с делом Магнитского. «Мне угрожал Дмитрий Медведев, премьер-министр России, который сказал Давосе, жаль, что Сергей Магнитский, имея в виду моего юриста, мертв, а Билл Браудер все еще жив и бегает». Финансист был работодателем аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс. Браудер утверждает, что Магнитский поплатился за то, что раскрыл схему хищения денег из госбюджета, к которому были причастны российские чиновники и силовики.